Вопрос. У меня в записях написано, что как будто я рассказывал вам про экспандерные коды. Если есть удобный экспандер, то на его основе можно бинарный код построить с хорошим параметром. Не вспоминаете вы, был такой? Вот беда в том, что я тоже не помню, что это рассказывал. Мне написано, что я это рассказывал, но это не значит, что это реально было. Я мог просто написать план на будущее, потом автоматически скопировать. Ну, не может быть вкратце, а не может быть было. А вкратце там. Ну, вот смотрите, вот на весь экспандер удобный. Каждая шина соединена там с D, с небольшим количеством вершин справа. Мы вот эти вершины слева называем как переменные, а вершины справа как уравнение. Каждая вершина справа поднимается как уравнение, которое состоит из суммы, ну, допустим, x1, x2, x3. Тогда эта вершина поднимается как уравнение x2 плюс x3 равно 0. Ну, V2, то есть сколько по модулю 2, 2 единицы. В результате получается у нас система уравнений. Вот такая уравнение столько, сколько вершин справа. Значит, первое уравнение. И решение этой системы уравнений образует некое линейное пространство, элемент которого мы вспоминаем кодовые слова. И тогда оказывается, что если выполнить свою двухстандартность, это расширение, переходит слева направо, то тогда этот код имеет небольшое кодовое расстояние и быстрый алгоритм кодирования. Ну, это мне тоже, кажется, не было. Вот, поэтому на последней лекции я вот это расскажу. Я, значит, ошибки. А еще такой вопрос. У нас когда будет вести билет? Ну, программу. А вот я просто сегодня уже сделал, я понял, что это на последней лекции. Значит, вот, что было в прошлый раз, я напомню, нам сейчас вот понадобится оценка Джонсона была, которая говорит, что код, у которого код в расстоянии близко к максимально возможному, он обладает и хорошими свойствами декодированного списка. Но там более точно вот так было для бинарного кода. Значит, NKD код. Если D не какой-нибудь, а близко как бы второй, максимально возможный матрон. Ну, давайте напишем единица, минус эпсилон, умножить на n пополам. Любой такой код является декодированным, когда количество списков, если количество ошибок исправляем единицы минус q, не эпсилон пополам. Ну, то есть все-таки чуть-чуть меньше, чем код верстания, потому что уровень за эпсилоном вообще были больше эпсилона. Вот. А размер списка там длиннее. 2n плюс 1. Декодируем. Это было в прошлый раз. Я постараюсь повторять, естественно, не буду. А вот мы сегодня отсюда выведем наилучшую оценку, которая наилучшую нижнюю оценку, то есть наилучшее достаточно необходимые условия для бинарного случая. Кстати, я забыл сказать, а в общем случае, если здесь нужно одно второе, заменить на q минус 1 на q, ну и справа слева. И тут, и тут. Тогда будет получиться удивление. В общем случае, ну и здесь не 2n плюс 1 будет, а 2q плюс 1, ну, в общем, другая линия. Значит, сейчас можно забыть временно про обобщение на произвольном алгоритме.
А сконцентрировался, чтобы понять, что происходит на бинарном алфавите. Так вот, отсюда, из этой оценки Джонсона, очень легко получается так называемая оценка Элиаса Басалы. Которая вот что гласит. Значит, если код вот имеет такие параметры, причем в оценке Элиаса Басалы, как впрочем, и в этой, неважно, маленькая эпсилон, маленькая. Так это интересно, вот, когда это маленькая. В принципе, в оценке Элиаса Басалы это не обязательно, как и в оценке Джонса. Вот. И она говорит следующее, что если существует вот код с такими параметрами, единица минус эпсилон пополам, бинарный, то тогда должно быть значение равенства. Значит, 2 в степени k, количество входных слов, умножить на объем шара радиуса вот прям вот этого, единица минус корень из эпсилона должно быть меньше или равно, чем 2 в степени, ну, умножить там на 2n. Ну, или на 2n плюс 1. Ну, вот ровно на то, что вы видите. Значит, почему? Ну, вот смотрите. Пусть такой код существует. Тогда, по оценке Джонсона, он обязан быть декодируемым списком размера 2n плюс 1. А что это комментатура Хэдман означает? Значит, он означает, что шары вот такого радиуса, все, они слабо пересекаются. Каждая точка может принадлежать максимум 2n плюс 1 таким шарам. Но поэтому суммарный их объем, считая кратности, которые есть 2 в степени k, 2 в степени k – это количество входных слов. Вокруг каждого мы рисуем вот такой шар радиуса единицы эпсилон пополам. И вместе они покрывают все пространство не более чем такое количество слоев. Мы это рассуждение отдельно проводили. У нас было необходимое условие подобной оценки Хеллинга. Оно в том и состояло, что если имеется сюжетный код, в котором 2 в степени k кодовых слов является декодированным вот с такими параметрами, то шары вот такого радиуса умножить на 2 объем на 2 в степени k не превосходит 2 в степени вот. Ну, можно это переписать в обычном виде. Значит, можно просто вот обозначить через d, когда будет выглядеть это так. nkd вот, это существует. Здрасте. Вот, значит, если nkd существует, то вот здесь просто надо заменить вот это эпсилон через d. Давайте напряжемся и сделаем. Если d равно единице минус эпсилон пополам, то тогда наоборот эпсилон, давайте это напишем, единица минус эпсилон пополам равно d. Когда единица минус эпсилон равно 2d на n. А значит, эпсилон это единица минус 2d на n. Значит, и получается, если так написать, то получается вот утверждение. Значит, если nkd код на бинарном не существует, то 2 в степени k на размер шара радиус единицы, а вот здесь будет корень единицы минус 2d на n. Умножить на n пополам. Должно быть более-менее меньше, чем 2 в степени. Так, понятно? Вот это новая вещь.
Новая оценка. Новое необходимое условие. И вот давайте поймем, как это необходимое условие соотносится с известными нам для бинарного случая. Так, тут здесь тоже видно. Вот у нас данная и данная. Ну, во-первых, давайте заметим, что, как обычно, вот это условие, ну, тут логарифмируется это. И получается, значит, k плюс логарифм двоичного размера шара, значит, радиус у него. Не превосходит я. Ну, давайте будем игнорировать этот плюс логарифм 2n плюс 1, потому что это пустяки. Ну и дальше это делить на n. Получается вот такая вещь. Значит, k на n плюс некоторая довольно сложная функция от d. Но про эту сложную функцию полезно понять, что она возрастает с ростом d. Ну, мы, естественно, считаем здесь, что d не превосходит n пополам. Больше, чем n пополам с d, а кодов мы уже знаем, что не существует. Поэтому мы можем быть смело уверены, что вот здесь этот корень из неотрицательного числа. А, и эта функция, естественно, возрастает с ростом d, ну как и положено. Этот член может возрастать с ростом d. Значит, как это расположено, соотносится с известными оценками? Я нарисую сейчас карту, а потом попытаюсь объяснить, почему. Значит, известные оценки у нас были такие. Вот оценка Фейнинга. Оценка Синглтона мы даже писать не будем, потому что мы ее умеем улучшать. Лучшая оценка вот так. Значит, оценки имеется в виду, что вот правее от этих линий кодов нет. То есть вот здесь коды. Есть кода нет, тем самым правее вот этой вот границы. Оценка Синглтона она была такая, но она уже не интересна совершенно. Так вот, вот эта оценка, оказывается, она улучшает и эту, и эту. Она вот так. Она улучшает как-то вот это. И улучшает также и оценку Синглтона. Вот это и будет Лайс писал это. Вот. Ну, легко понять, что Элайс Басалы, ну, лучше это давайте напишите фильм. А это улучшенный синглитон. Ну, напомню, что все это для бинарного. Аналоги есть и для произвольного кода. Но и для бинарного тоже уже не просто. Давайте сосредоточимся на этом случае. Вот как понять, скажем, что она улучшает оценку Хеминга? Ну, это легко сделать, потому что оценка Хеминга очень похожа на эту. Оценка Хеминга выглядит так, что здесь просто вместо радиуса вот этого сложного стоит просто d пополам. Ну, если быть точным, d минус 1 пополам. Ну, давайте игнорировать такие пустяки сейчас. Значит, вот оценка Хеминга. Ну, вот так вот. Ну, потому что код, я напомню, с кодовым состоянием d обязан исправлять d минус d пополам ошибок, а тем самым шары радиуса d пополам около кодовых слов, они все попарно не пересекаются, поэтому то же самое неравенство справедливо, даже без этого члена, и с d пополам здесь. Но есть совсем точно для цели. Вот. Ну, сейчас мы игнорируем это, и будет вот такая вещь.
Но как понять, что вот эта оценка более сильная, чем эта? Что отсюда следует это? Что нужно сделать, скажите? Функция возрастающая, когда у нас меньше, чем 2n. Ну и что? Ну, обе функции возрастающие. Да, d меньше, чем Ну, нужно d, просто d меньше, чем n пополам. аргумент. Надо аргументы. Какой должен быть больше, чтобы отсюда следовать? Верхний. Нужно проверить, что вот это больше, чем это. Давайте вот это не поленимся сделать. Тогда нам будет ясно, что вот эта вот черная линия, она правее вот этой передней. Это совсем просто, потому что смотрите, тут единица минус корень единицы минус 2 d на n. Еще на n пополам. Говорит, что это больше или равно, чем просто d пополам. Ну, двойки можно сократить, ясное дело. Дальше разделить на n все это. И у нас получается очень хорошая неравенство, значит, нам нужно сказать, что единица минус корень из единицы минус 2х у нас больше равно x. Вот. Но это уже как у совсем школьной математики. Единица минус x больше равно корень. Ну, и это просто доказывает возведение в квадрат. Значит, левую часть, если вывести в квадрат, то единица минус 2х плюс x квадрат. И это действительно больше либо равно, чем единица минус 2х. И при этом существенно больше это будет, когда x большое. То есть вот как раз на это видно. X это ведь что у нас? Это d на n, правильно? Вот когда d на n большое, они сильно расходятся. Хеминг и Элайс-Басалыгин. А когда x маленькое, они прямо-таки сходятся, как вот на картинке я нарисовал. При маленьких x это примерно одно и то же, а при больших x они растут. Вот. А это простая часть. Почему вот эта черная линия левее хеминга? А вот почему она левее улучшена синглитона, это я даже сам не знаю, как доказать. Интуитивно как бы это очевидно, если посмотреть на графике двух функций. Сейчас я объясню, какие функции надо сравнивать. Просто нарисовать в вольфраме, и будет видно, что действительно так оно происходит. Значит, смотрите. Когда мы говорим про сравнение с этим, мы должны, значит, вместо того, что здесь было, нарисовать 2D на n. Вот это уравнение, ну, как бы, ну, вот это кривое, ну, это прямая просто, уравнение прямое, здесь приравнение. А это, значит, уравнение Элайса-Басалыгина. И видно, что нам просто нужно опять доказывать неравенство, что вот этот логарифм этого объема больше или равен вот этой штуке. Ну, давайте посмотрим, что это означает. Ну, а давайте опять x через x обозначим d на n. Чтобы было проще. Тогда нам нужно по существу что доказать? Что логарифм двоичный. Значит, опять нам надо доказать, что это больше, чем n. То есть двоичный логарифм размера шара радиуса единица минус корень единица минус. Даже лучше 2d на n. Тут ведь и там 2d на n входит. Значит, тогда будет здесь корень из единицы минус x. А здесь n пополам. Надо доказать, что меньше либо равно просто x. Ну, опять же, здесь удобнее вместо x, ну, единицы минус x,
корень из единицы минус х обозначить через континуум. А что у нас получится? Значит, здесь будет y. А x как выражается через y? Единица минус y квадрат, да? Ну вот. А, только на n я где-то забыл. Сейчас должно, конечно, быть. А, нет, ну да, я на n здесь забыл. Здесь же на n делится, да? А вот так. То я удивился, что здесь маленькая величина, а там очень большая. Да, на n, конечно, нужно разделить. Вот. А теперь, вот это мы знаем, как оценивается через функцию Шеннона. Если игнорировать логарифмически слагаемое, значит, эта функция Шеннона H2 от вот это просто величины. Единица минус y пополам. Нам нужен коэффициент такой неравенства. Ну и про y известно, что про y известно, что y меньше равно единице. И вот здесь уже я не очень понимаю, как это можно доказать. Давайте еще одно преобразование сделаем. Y пополам обозначим через z. Одна вторая минус z. А y как через z выразится? А? Y что z пополам? Y это... Точнее, 4z. Да, это y пополам. Да. Y это 2z, здесь на 4z квадрат. Вот. А, значит, ну, если я нарисую, в это уже легко будет поверить. Значит, смотрите, функция Шеннон, она вот такая очень-очень такая горбатая. Это функция просто h от z. Но у нее вот здесь вот это самое. Максимум точки 1, 2. Если поставить центр координат вот сюда, то мы как раз получим функцию h от 1, 2, там, плюс-минус z. Ну, здесь не важно, плюс z или минус z ставить, потому что она все равно четная функция z. Ну, и это четная. Теперь просто вот... Тут я неправильно опять написал. Надо в другую сторону равенства. Я хотел, чтобы это было больше вот этого. Сейчас, правильно ли? Чтобы доказать, что из этого следует это, нужно сказать, что здесь вот этот член, он больше, чем соответствующий член здесь. Осознали? Вот. А поэтому нужно логарифм доказать, что наоборот больше выбрали. Ну, соответственно, здесь тоже больше. Функция Шеннона, она связана с вот этим объемом. И вот она должна быть, наоборот, больше. И она вот такая очень выпуклая. А сравнить ее нужно с параболой. Эти параболы, наверное, все еще одну. А может совсем ничего не свернуть. Вот это вот как бы парабола. Ну и интуитивно как бы это очевидно, потому что вот парабола как раз проходит через эти точки. Ну посмотрите, когда z равно 1 второй, это равно нулю, правильно? Вот эта точка. Когда z равно минус 1 второй, это тоже равно нулю. Когда z равно нулю, это равно единице. То есть вот эти два графика, вот этот и этот, как функция z, они имеют две общих точки.
Даже три. Можете мне помочь с Шеноном? Функция шанона, я напомню, но мало, наверное, это будет польза. H2 от P это минус P от двоичного логарифма P минус единица минус P двоичного логарифма единица минус P. Но нас интересует, когда P это 1, 2 плюс-минус Z. Поэтому в нашем случае, значит, H2 от 1, 2 минус Z. Ну или плюс-минус z, это не важно, что на это четное. Это значит минус 1 вторая плюс z логарифм 1 вторая плюс z. Минус 1 вторая минус z логарифм логарифм 1 вторая минус z. Ну а это сейчас мало помогает, потому что эти логарифмы как бы надо объяснить, что почему-то это всегда больше либо равно, чем 1 минус 4z квадрат. Я даже не знаю, как это правильно доказывать. То есть вообще не знаю, как это доказывать. Но интуитивно это понятно. Потому что смотрите, вот функция Шеннона здесь очень резко идет туда. Парабола тоже идет туда, но не так резко. И то же самое здесь. Но здесь вообще даже хуже. У параболы здесь какая-то положительная производная, а функция Шеннона вообще бесконечная. Здесь конечная, но положительная, а здесь вообще бесконечная положительная. Поэтому здесь они точно расходятся. Можно объяснить, что здесь расходятся, посчитав там вторую производную, ну, с помощью ряда Тейлора. Но, конечно, из-за того, что вот здесь синяя линия идет над черной, и здесь на черной еще не следует, что то же самое выполнено здесь. Но, тем не менее, это так, как показывает Вольфрам. А как доказать, я даже не знал. Я подумал, представляю, как такие вещи доказываются. Ну, это какой-нибудь олимпиадный школьник быстро бы это сделал. Ну, в общем, это факт, который нас поел. То есть и лазь Басалыга, она побеждает все, что у нас было до этого, и дает лучшую оценку. Но все еще она будет далека от известного необходимого условия, которое выглядит вот так. Необходимое условие – это как бы вот эта функция Хеминга, но сплюснутая в два раза, сжатая в два раза. Вот в этой области будет большое расхождение. Значит, это Варшавном Гинзбах, достаточно. Причем вот эта новая оценка Лайса Басалыга, как вы могли заметить, получается удивительным способом, через декодирование списком. Хотя в условиях ничего про декодирование, утверждения ничего про декодирование списка нет. Напоминаю, вот эти оценки, это все для обычного декодирования. Но полученное с помощью вот промежуточного рассуждения, основанного именно на декодировании списка. Вот. Теперь давайте двинемся дальше. Дальше я хочу вам рассказать, как я обещал, про то, что конкретные коды эффективно декодируются списком. С хорошим знанием машины. Но у нас конкретных кодов, собственно, не так много. Значит, Дамара мы уже это обсуждали. Там просто перебор на алгоритм, тем самым перебор на линейное время. А вот про код Рида Соломона, там наш главный код, мы поговорим про сегодня. Значит, декодирование, эффективное декодирование кода Рида Соломона списка.
Списком. Я напомню, у нас есть некоторая общая теорема, которая говорит, что код с параметрами n, k, d, неважно, кто алфавит, он всегда является декодирован, если количество исправляемых ошибок вот такое. N минус корень из n на n минус d. А список там линейного размера. То есть любой код с параметрами n, k и d, k это значит длина сообщения, а d это минимальное кодовое состояние, декодировано вот с таким исправлением такого количества ошибок, и мы объясняли, что это больше, чем d пополам, чем вообще можно исправить просто. Так вот, оказывается, для кода Рида-Соломона это не просто комбинаторное утверждение, это можно сделать за полинальное время. Но это вот не просто. Сейчас я расскажу, как это сделать. Эту оценку можно достичь эффективнее. Но при этом количество исправляемых ошибок будет чуть-чуть хуже. Значит, для кода Рида-Соломона у нас там такие параметры. Количество длина кодовых слов n, а d и k связаны с соотношением, что d плюс k равно n плюс 1. Давайте считать, что здесь у нас k плюс 1 стоит. Тогда d будет равно n минус k. То есть это вот параметр кода Рида-Соломона, где k и n могут быть произвольные, но важно, что напомню, что n не превосходит q. На поле слов больше, чем размер алфавита. А q – это степень простого числа, чтобы у нас было количество. Так вот, вот такой код Рида-Соломона. Мы сейчас собираемся эффективно декодировать. Значит, что это значит? То мы должны, вот смотрите, n минус d это k. То есть мы хотим исправлять примерно n минус корень из nk ошибок. Значит, мы хотим приблизительно на n корень из nk ошибок списком линейного размера, небольшим списком. Вот. Значит, ну, небольшое напоминание. Что такое код Рида-Соломона с такими параметрами? Значит, сообщение – это многочлен в степени k. Значит, с k плюс 1 коэффициентом. Давайте такой многочлен по одной части x. Значит, с коэффициентами поля вычета. Нет, покажем. Поле с элементов. Степени. Не больше, чем k. А код такого сообщения это просто вот потребное значение этого значения каких-то выбранных n точек фиксированных. Ну, для... нам нужно, чтобы n было меньше грамма q, чтобы набралось n обычных точек. Теперь вот такое сообщение мы передали по каналу и обнаружили на выходе испорченные значения. При этом нам известно, что тут внесено e ошибок. Ну, примерно вот столько ошибок. И наша задача из PS-волну как-то изготовить список.
который содержит ПР. Небольшой список, который содержит ПР. Вот если бы количество ошибок было меньше, чем вот это, то тогда мы могли бы просто восстановить P, как он есть. И как же это делалось? Желаете вкратце напомнить, как это делалось. Потому что сейчас мы будем делать нечто похожее, но просто более сложное. Значит, он восстанавливался так. Мы находили два многочлена. Один обозначался через R от X, а другой через Q от X. И R и Q имели небольшую степень. А свойство было такое, что если умножить R от X на P с волной от X, то получалось Q от X во всех точках, которые нас интересуют. Вот это было верно для всех времен. А потом мы доказывали, что, значит, если количество ошибок не слишком большое, то отсюда следует, что R умножить на P на самом деле равно Q от многочлена. И тем самым P можно получить делением Q на R. Вот так мы раньше действовали. Вот сейчас мы немножко похоже сделаем. Вот все это можно понимать следующим образом. Что мы строим многочлен двух переменных, как бы наш многочлен двух переменных, который мы построили, он имел такой вид R от X, Y минус Q от X. Этот многочлен двух переменных обладал таким свойством, что если сюда подставить точки вида X и P с волной от XC, он обнулялся. То есть он, этот многочлен двух переменных, обнулялся во всех точках вот такого сорта. Это просто вот это равенство означает, что он обнулялся во всех точках такого вида. И отсюда мы делали хороший вывод. И вот сейчас мы тоже будем строить многочлен двух переменных, который будет обнуляться во всех точках такого сорта. Но разница будет следующая. Этот многочлен уже не будет линейным по y. Он будет по y просто иметь небольшую степень. И по x тоже будет иметь небольшую степень. И он будет обнуляться во всех таких точках. Но что даже замечательно, он не просто будет обнуляться. Если сделать просто, чтобы обнулялось, мы не получим такой хорошей оценки, как нам хочется. Значит, мы хотим, чтобы вот столько ошибок. Для этого нужно, чтобы он обнулялся с большой кратностью. То есть, чтобы этот многочлен имел все эти корни, да еще с большой кратностью. Сейчас я объясню, что значит, когда какая-то пара является сходным многочленом двух перемен с большой кратностью. То есть наш план теперь вот новый будет такой. План. Найти многочлен. Давайте обозначим R от X и Y. Небольшой степени. Таким свойством, что если подставить на него вместо x, x, y, а вместо y, x, y, то это будет равно нулю. При этом вот это равенство нулю, оно будет выполнено с большой кратностью, с некоторой кратностью, не менее чем n какой-то большой. Это будет некоторый параметр, который мы выберем в самом конце. Вопрос. Да. Вот у нас многочлены от нескольких переменных. Они раскладываются, допустим, на c как-то. Или... Ну, то есть мы знаем, что вот многочлен одной переменной, он там раскладывается сколько просто x минус y. А... Нет, это не знаю, неправда. Ну, от одной переменной любой многочлен на c имеет
Значит, значит, на одной переменной имеет корней столько, сколько его степень максимум. Значит, на двух переменных вообще может иметь бесконечно много корней. Например, значит, x минус y. Там для него корни образуют целую прямую. Да. Вот. Корней может быть много. И, естественно, может раскладываться как произведение такого бесконечного числа самомножеств. Значит, каждый многочлен раскладывается в пределе неприводимых многочленов. Но эти многочлены неприводимы никак не связаны с корнями, к сожалению. Поэтому прямо такая наука, она не переносится. И даже определить четкую кратность многочлена, кратность корня требует усилий. Мы сейчас делаем, но это несложно. Но пока я не хочу говорить. Вот, значит, это первый пункт плана. Найти такой многочлен. Дальше. Второй пункт плана. Объяснить, что наш многочлен обладает таким свойством, что если в него вместо y поставить p от x, то он будет равен нулю. Ну, и это мы докажем стандартным способом. Потому что у него количество корней, считая с кратностями, больше, чем его степень. Из-за того, что вот здесь вот все такие точки будут нулями с большой кратностью, и при этом p с волной от x и часто бывает равно просто p от x, получится, что p от x и r от x и p от x и равно нулю для многих и, и при том с большой кратностью. Тем самым это будет равно нулю. И здесь даже можно понять, значит, нам нужно, чтобы вот если у нас e ошибок, то p с волной от x равно p от x для n минус e точек. И количество корней, считая с кратностью, будет n минус e умножить на n большое. Вот нам нужно для этого, чтобы вот это было просто больше, чем степень этого многочлена. Вот это для такого. А дальше следующий вывод довольно простой будет. Значит, смотрите, если вот это равенство верно, то тогда r от xy должен делиться на y минус p от y. Это вещь, которую можно сейчас даже объяснить, почему это так. Так сказать, забегая вперед. Значит, потому что вот этот многочлен можно рассмотреть как многочлен от переменной y, коэффициент которого есть многочлен от x. И разделить его просто на y минус p от x с остатком как многочлен одной переменной. Получится неполный частный, это какой-то многочлен s от x y, плюс остаток. А остаток имеет степень по y нулевую. То есть это просто многочлен от x. Значит, t от какой-то t от x. Видите? Здесь никаких хитростей. Дальше мы в это равенство подставляем в качестве y p от x. Слева мы получаем 0. И это тоже получается 0, потому что y минус p от x у нас станет равным 0, если y. Значит, p от x равен 0. Вот. P будет нулевым многочленом. А это означает, что r делится на y минус p от x. Итак, значит, r от x y делится на y минус p от x. И когда мы это поняли, то дальше все просто. Известно, что многочлены r от x y двух переменных, да вообще любого количества переменных, можно раскладывать на неприводимые множители. Единственным образом они раскладываются на неприводимые множители. Это можно сделать за время полиномиальное от степени многочлена и q над полем. Значит, дальше за время полином от степени r и q раскладываем r на неприводимый множитель. На самом деле нам не нужно
именно всеми приводимыми множителями. Нам достаточно было просто отловить все множители линейные по y, и все. Но проще, чем разложить на неприводимые множители, непонятно, как это сделать. А когда мы разложим на неприводимые множители, мы просто возьмем все линейные по y множители, они дадут нам список многочленов. Это будет то, что нам нужно. Среди них будет точно p от x и какие-то там лишние. Вот общий план. Понятно? Теперь, значит, за что мы, давайте поймем, за что мы боремся. Мы вообще хотим, чтобы степень R была не слишком большая. Чем меньше степень R, тем меньше будет неприводимых множителей такого сорта. Но тут важна степень R по Y. Таких множителей будет не больше, чем степень по Y. Значит, нам нужно, чтобы степень R была маленькая. Ну, а еще нам нужно, чтобы вот эта импликация, чтобы была верна. То есть, чтобы степень вот этого многочлена была маленькая. Значит, чем меньше степени многочлена мы сможем, ну, вот этого добиться, тем больше количество ошибок мы сможем исправить. Потому что n минус e умножить на n должно быть больше степени, чтобы все прошло. Поэтому e должно быть, не может быть очень большим. Вот это общий план. Теперь как же этот общий план можно реализовать? Но прежде всего надо объяснить, что такое кратность формы. Значит, для одной переменной, вот что такое, что допустим, что а это корень p от x с кратностью m. Я думаю, что это вы знаете. Что это означает? Будет сражение. Значит, разложение p от x. В него входят, что должно входить? X минус a должно входить в степени m, да? Ну, то есть p от x предстоит от x минус a в степени m, но умножить на какой-нибудь там o от x, да? Но нас интересует, чтобы кратность была не меньше m, тогда можно не говорить, что p от x не делится на x минус a, просто сказать, что p от x можно представить в таком виде. Да? По-другому можно сказать так, что многочлен p там, x плюс u, а плюс u, то сделаем здесь замену x равно a плюс u. Тогда он имеет вид u в степени m, какой-то зачем ну, реально это, если такой замену сделан будет u от a плюс u, но это не важно. То есть, по существу это означает, что если взять многочлен p от a плюс u, то он не имеет монома в степени меньше m. Вот как по-другому сказать. Значит, если a корень p от x кратностью не меньше, если p, многочлен p от a плюс u, a это константа, а u это переменная, не имеет мономов в малой степени. Это эквивалентное просто определение. Какой малый? Не имеет мономов в степени меньше m. То есть он есть u в степени m умножить там на что-то. Вот именно это определение и надо обобщить. Можно было бы сделать с помощью частных производных, часто это делают, что все частные производные какого-то порядка обнуляются. Но лучше здесь не говорить про производные, потому что у нас вообще-то конечное поле дифференцирования только формальное здесь возможно. Лучше сказать так. Значит, пара АВ, сказать, корень умноженный на R от X, Y, кратности не меньше я. Если многочлен p от a плюс u v плюс v, u и v это независимые переменные, а и v это конкретные числа, не имеет мономов, степени меньше u.
Вот такое степень чрева. Вот такое определение для нас. Ну, какой-нибудь пример. Вот если рассмотреть, значит, x в квадрате, y в кубе, то вот пара 0,0, конечно, является его корнем. И кратность этого корня равна 5, потому что этот многочлен не имеет степени, на новом степени меньше 5. А, например, число 1,0 тоже является его корнем. Но кратность уже будет меньше. Какая кратность у корня 1,0? А? Вторая. Ну как бы, потому что сейчас третья. И вот это Y, он, ну давайте формально проверим. Значит, нужно сдвинуть X на единицу, то есть обсмотреть единицу плюс U в квадрате. А Y надо сдвинуть на 0. Ну то есть в кубе. И посмотреть, какая минимальная степень здесь будет. Минимальная степень b в кубе будет, то есть третья. Значит, это кратность трех. Ну, как бы из-за того, что 0 в кубе. Вот. А теперь, чтобы привыкнуть к этому, давайте поймем две вещи. Вот то, что какая-то конкретная точка имеет кратность. Пара точек имеет кратность больше равно m, это есть некоторое набор некоторых условий на коэффициент многочлена p. Сколько таких условий? Вот я утверждаю, что это то же самое, что некоторое m на m плюс 1 пополам линейных условий. На коэффициент многочлена n. Значит, тут берется m на m плюс 1 пополам. M на m плюс 1 пополам – это количество мономов в степени меньше m. Ну вот пример. Вот пусть m равно, допустим, 3. Сколько мономов в степени меньше 3 от двух перемен? Это единица x, y, x квадрат, xy, y квадрат. Сколько получится? 6 штук, да? Ну и формула дает 6. 3 умножить на 4, 12 пополам. Почему это всегда действительно мономов в степени меньше m? Их всегда m на n плюс 1 пополам. Ну, можно, да. Граф мономов в степени у каждой степени m вам взять любые произведения из них. Но ведь что это такое? Мы должны собрать слово из x, y. Ну, они коммутируют x, y. Так, чтобы там было общее количество букв x, y не больше, строго меньше n. Сколькими способами можно сделать это? Как это обычно объясняют? А, ну, это просто сумма от 1 до n чисел от 1. Ну, можно сказать, что это сумма у y от единицы, от нуля, наверное, до m и, да? Но обычно это проще объясняют без всякой суммы следующим образом. Смотрите. Давайте писать x, 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 там y, 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 и всего, значит, вот здесь здесь. И еще там добавляем кружки, скажем, то всего было ровно m минус 1. Да? При этом
кружков у нас не более, ну, от 0 до минус 1 икса, от 0 до минус 1 y, 0 до минус 1. И в сумме ровно минус 1. Значит, общая длина этого слова, давайте вот поставим еще разделитель. Тогда если считать разделители, у нас будет что? N плюс 1. N минус 1 плюс 2 разделителя. Таким образом, нам из N плюс 1 мест нужно выбрать две позиции для разделителя. Это можно сделать C из N плюс 1 вот мы способом. А это как раз n плюс 1 умножить на n пополам. Ну, вот это известная комбинаторная задача. Из n позиций нужно выбрать две позиции для каких-то разделителей. Сколько способов можно сделать? Вот ровно c из этого по двойке. Давайте как раз есть n плюс 1 на n пополам. Вот. Значит, это про количество моно. Теперь для каждого монома степень меньше m. Вот этот, значит, коэффициент при этом мономе выражается через коэффициенты исходного многочлена. Ну вот, я имею в виду многочлена. Сейчас здесь верно. Многочлена m. Линейным способом. Ну, например, смотрите, если мы возьмем r от xy, допустим, как a плюс x, a плюс bx, ну, лучше, да? C x плюс dy, плюс e, допустим, xy. А потом сюда подставим вместо x, x плюс u. Вместо y, вместо x поставим a плюс u. А вместо y, v плюс v. Тогда получится у нас cx плюс v плюс dy плюс u. Сейчас. C от A плюс U плюс D от B плюс V плюс E от A плюс U на B плюс V. Теперь, если раскрыть все скобки, то, например, свободный член будет равен CA плюс DB плюс E умножить на AB. Видно, что это конкретно линейная функция от c до e. Коэффициент при u будет равен c плюс eb. Тоже конкретно линейная функция от c и e. Ну и так далее. Коэффициент при каждом мономе будет линейной однородной функцией от коэффициента этого многочлена. И таким образом, приравнивание коэффициента при одном мономе к нулю – это одно линейное условие. А у нас всего мономов занулить надо n на n плюс 1 пополам. Поэтому у нас будет столько линейных условий. Вот. Теперь второе, что нам надо проверить. Вот чтобы вот эту имплитацию получить, вот эту, нам нужно проверять вот что. Что если какой-то xy корень, ну точнее вот такая пара, корень этого многочлена с большой кратностью, то xy будет корень этого многочлена тоже с большой кратностью. Давайте это проверим. Смотрите. Пусть у нас известно, что значит пара xy и p с волной от xy корень p с кратностью
не меньше, чем n. Дальше. То есть, иными словами, нам известно, что r от xi плюс u p с волной от xi плюс v не имеет мономов малой степени. Степени меньше r, да? И пусть еще дополнительно известно, что P с волной от X то же самое, что P от X. То есть, что в этом месте ошибки у нас не было. Тогда, естественно, мы знаем, что R от X плюс U на P от X плюс V то же самое, не имеет мономов малой степени, просто потому что это одно и то же число. Тогда давайте посмотрим на многочлен R от X, P от X. Его, этот многочлен, мы хотим доказать, что уже X просто является его корнем с большой кратностью, ну тоже с кратностью R. Значит, смотрите. Если мы вот это, теперь этот многочлен, к нему тоже применим наше определение. Наше определение работает не только для многочленов от двух переменных, но и от одной переменной. И сдвинем его, вот просто возьмем r от x плюс какой-то z, и p от x тоже плюс z. Этот многочлен сдвинем. Так, смотрите, P от X плюс Z это то же самое, что P от X плюс некоторый многочлен, делящийся на Z. Ну, потому что, когда мы берем P от X плюс Z, мы получаем некоторое число плюс многочлен, который делится на z. Вроде понятно даже. Значит, плюс некоторое z на t от z. Давайте его через это. Вот это давайте это обозначим через u, а это через v. И когда мы нам надо объяснить, что этот многочлен, значит, на Z не имеет корней, не имеет членов в степени меньше, чем мы. Но вот это же, это то же самое, что вот это. Ну, мы просто обозначили Z через U, а Z на Z, Z через V. Когда мы про это многочлен, мы знаем, что если его представить как линейную комбинацию мономов, там будут только мономы от УВ большой степени. Но У у нас имеет степень 1 по Z, и В степень тоже не меньше, чем 1. Когда эти УВ будут перемножаться, у нас везде будет степень по Z не меньше, чем была здесь. Не меньше, чем N. То есть степени меньше n мономов от z никак получиться не может. Но еще раз, когда мы подставляем любой маном большой степени от uv в качестве uz, а в качестве vz на z на t от z, у нас z будет в большой степени. И никуда оно не денется. Даже если что-то сократится, мы просто обнулится, но маном меньше, большая степень никак у нас ниоткуда не возникнет. Поэтому, вот когда мы будем переходить отсюда сюда, то просто у нас здесь кратность, общее количество корней с кратностью, оно будет равно n минус e, это то есть количество точек, где p с волной и p совпадают, умножить на кратность каждого такого корня. Она не меньше, чем мы.
Ну вот. Теперь нужно вот что понять. Какая будет степень этого многочлена? Нам нужно, чтобы она была маленькая. Но что это означает в терминах степени R? Вот смотрите, когда мы берем многочлен R и вместо Y подставляем P от X, то Y у нас как бы играть становится играть играет большую роль, чем X. Для этого многочлена нужно, чтобы его степень была маленькая, если считать вклад x как единицу, а вклад y как k. Давайте это назвать k степенью. Вот k степенью монома мы считаем степень при x плюс степень при y, умноженную на k. Тогда, значит, степень вот многочлена Rx P от X это есть степень по X многочлена R плюс степень по Y умножить на K. И давайте называть вот это K степенью. Ну, здесь на самом деле будет неравенство вот в эту сторону, потому что там что-нибудь сократиться может. Ну, точно не больше. И вот это называть k степенью выражения. Значит, здесь мы используем то, что про многочлен p от x известно, что его степень не выше, чем k. Значит, вот это мы будем называть k степенью r. Таким образом, вот здесь нам нужно, чтобы просто k степени была меньше вот этого числа. Значит, количество ошибок n минус количество ошибок умноженное на n большое должно быть строго больше, чем k степени. А тогда у нас все сойдется. И останется вот, чтобы реализовать весь этот план, тут первый пункт сделать. Найти многочлен R небольшой, теперь нам понятно, что не небольшой степени, а нам важна его k степень. Небольшой k степень. Которая обнуляется везде, во всех нужных нам точках с большой кратностью. При этом этот многочлен R должен быть не нулевым. Почему важно, чтобы он не нулевой? Потому что если он нулевой, ничего хорошего не получится. Нулевой многочлен вообще нельзя разложить на неприводимые множители. Вот. Он должен быть не нулевой, небольшой k степени. И наши n точек, выбранных, вот x, p, ну, n пар, должны быть его корнями. При этом мы знаем, что каждое такое требование дает вот столько линейных уравнений. n на n плюс 1 пополам. Давайте просто посчитаем. Смотрите. У нас имеется вот для реализуем наконец вот это вот первое самое сложное. Значит, у нас имеется n большое на n большое плюс 1 пополам умножить на n маленькое линейных уравнений. И даже однородных. И нам нужно доказать, что соответствующая система линейных однородных уравнений имеет нетривиальное решение, если вот эти неизвестные это коэффициенты многочлена k степени, небольшой k степени. Вот насколько маленькая k степень мы можем взять, чтобы такая система линейных уравнений имела решение. На это лемма
нам нужно, что если, значит, если А, давайте А желательной степени, не меньше, ну тут А квадрат не меньше, чем К на n. Лучше даже просто написать. Понятно? Значит, количество коэффициентов. Многочленов. R по степени. Значит, меньше А. Значит, не больше. Ну или больше. Да, больше. Больше, чем А квадрат на 2 квадрат. Количество коэффициентов многочлена R степени, K степени меньше А, но больше А квадрат на 2 квадрат. Значит, это дело чисто геометрическое на самом деле. Вот смотрите. Давайте здесь писать степень по x, по-моему. А здесь степень по x. Нас интересуют те мономы, у которых k степень меньше, да, меньше либо равна. K степень меньше либо равна. Значит, что значит, что k степень меньше либо равна а? Это значит, что степень по x плюс k умножить на степень по y меньше, чем а, да? Давайте пару вот этих степеней изображать точкой на этой плоскости целой. Вот это свободный член. Это у нас x, это y, а это x, y, ну и так далее. Значит, каждая точка у нас соответствует одному моному. Как изобразить точки, которые нам годятся? Те мономы, у которых k степень меньше, чем а. Это что за точки? Значит, надо взять вот такую, как бы вот здесь а разделить на k, а здесь а, и взять вот такой прямоугольный треугольник. Это все точки, вот которые, ну, если написать не строго, это вот под этой самой, под этой гипотенузой, да? Значит, нам нужно просто объяснить, что под гипотенузой, строго под гипотенузой, довольно много точек. Ну, почему их много? Потому что если взять все точки под гипотенузой и каждую достроить вот такого квадратика, при которого эта точка является левым углом, то они покрывают весь треугольник. Правильно? Значит, таким образом площадь этой фигуры ступенчатой из квадратиков строго больше площади прямоугольника, которая равна квадрату на 2 квадрата. Таким образом, количество коэффициентов, оно больше площади, которая равна как раз а умножить на k пополам. Даже можно таким образом здесь написать меньше а, потому что надо достаточно брать только все точки под гипотенузу. А получается здесь не разница строго больше, потому что это ступенчатая фигура, ясно, что треугольник это открывает запасом, то есть площадь у него строго больше площади треугольника. Таким образом, здесь можно строго написать, и здесь строго, и все будет верно.
Так, осознали? Но теперь становится понятным, какую мы можем обеспечить степень. Значит, мы можем обеспечить степень А, если у нас нам нужно, чтобы количество коэффициентов было больше, чем количество уравнений. Потому что если количество коэффициентов, количество неизвестных системы линейных однородных уравнений больше, чем количество уравнений, то система имеет нетривиальное решение. Поэтому надо просто взять А равным количеству уравнений, ну, точнее, А квадрат на 2К надо взять равным. Сейчас она система совместима, потому что тривиальное решение имеется. Ну да. У нас система однородных уравнений, у нее есть тривиальное решение. Но тривиальное решение нам не годится. Нам нужно нетривиальное решение. А чтобы нетривиальное было решение, нам нужно, чтобы уравнение было строго больше. Значит, количество неизвестных у нас больше, чем а квадрат на 2к. Количество уравнений у нас вот оно, m на n плюс 1 пополам. И надо просто, чтобы это было больше, чем... Еще. А, да, еще на n. И вот надо просто взять А, равное, ну так, чтобы А квадрат на 2К просто равнялось этому числу. N на N плюс 1 пополам на N. Ну, то есть А будет равно тогда корень из N на N плюс 1 умножить на К. Ну, это, конечно, число не обязательно целое, но какая нам разница, целое, не целое. Лемма гарантирует, что коэффициентов, что система будет иметь нетривиальное решение. Если речь идет о том, что неизвестное, это коэффициенты многочисленной k степени строго меньше, чем a. И тем самым у нас такой многочисленный R будет существовать. Ну вот здесь небольшой k степени, уже можно твердо сказать, что степени меньше вот этого числа. Корень n на n плюс 1 умножить на k. И вот, значит, этот многочлен существует, а найти его можно просто методом Гаусса, решая систему линейных однородных уравнений. Любое нетривиальное решение нам годится. И дальше k степени R, она как раз будет равна, ну, она будет меньше этого, поэтому нам нужно, чтобы все сошлось, чтобы вот это просто число было больше вот этого. То есть все у нас сработает, если n минус e на n большое будет даже больше, либо равно, можно написать, потому что у нас там все неравенства стройки, достаточно больше, либо равно, чем вот это число корень n на n плюс 1 на kn. Вот при таком условии, если количество ошибок удовлетворяет этому неравенству, у нас весь план отлично сработает. Видите? Ну и видно, сколько таким образом будет исправляться ошибок. Значит, надо все разделить на n. N минус e должно быть больше или равно корня 1 плюс 1 на n умножить на kn. Ну, или иными словами, e должно быть меньше или равно n минус корень из kn умножить на 1 плюс 1 на n.
Это как раз то, чего мы хотели, я напомню. Потому что мы как раз хотели исправлять n минус корень из n ошибок. Но у нас вот есть поправочный тут множитель, который мы, в принципе, можем сделать сколь угодно малым выбором n большого. Ну, например, в качестве n большого можно взять, скажем, n мал. Это уже тогда будет достаточно маленький. Но можно еще больше взять. Но важно, конечно, чтобы это было не слишком большое, потому что мы хотим, чтобы алгоритм был полиномиальным. Например, он будет полиномиальным, когда n любой многочлен, там, например, n десятый. Вот. Осталось только понять размер списка, который у нас получится. С количеством ошибок мы разобрались. Исправляется почти столько же, сколько, значит, в принципе, возможно, что вот гарантирует наша вот эта вот комбинаторная оценка. А размер списка будет, ну какой? У нас размер списка это было k степень многочлена разделить на k. Ну потому что, смотри, степень по y, размер списка это степень по y. Степень по y не больше, чем это k степень разделить на k. А k степень, где она написана у нас? Вот у нас k степень, да? Значит, надо это просто разделить на k, и получится размер списка. Размер списка будет m на n плюс 1 умножить на n разделить на k. Ну и видно, что это ну и видно, что если n большой, очень большой, это тоже плохо, потому что список будет большой. И время большое, список большой. Поэтому оптимальный выбор, ну, это взять в качестве n большого, скажем, n мало. Тогда это будет линейный более-менее список, потому что n на k, это, естественно, считай, что это некоторая константа. И тогда здесь будет примерно, ну, примерно n. Ну, константа умножить на n, ну, большая. Так и было раньше. Здесь было большое. И получится большое. Ну вот, собственно, все. Сейчас я уложился. Значит, в следующий раз у нас последняя лекция. Я вот расскажу про то, что я, значит, забыл рассказать про экспандерные коды. А коллоквиум на 18-е решено было.